На базе гимназии номер 11 в IT-Кубе состоялся региональный конкурс «Научился сам, научи другого». Помощь в организации оказало Министерство образования и науки Республики Дагестан, а также Дагестанский институт развития образования. Данный конкурс несет в себе цель продемонстрировать знания детей через проектную деятельность. С помощью данного конкурса ребята поделятся своим опытом в реализации проектов и продемонстрируют полученные знания в рамках обучения в центрах цифрового образования, домах творчества, а также центров образования точек роста. Заочный этап испытаний состоялся 17 апреля. Сегодня для финалистов конкурс проходит в очном формате в течение всего дня. По результатам участники и их наставники будут награждены дипломами от Министерства образования Республики.